Здравствуйте, мои дорогие подписчики «Солнечного света». Мы опять продолжаем дальше и читаем пятую главу «Из детства Бома». Она будет самой коротенькой. Итак, начнем. Незаметно подошел вечер, и Бом уснул. Перед сном самое доброе дала ему поесть. Самое доброе – это хозяйка Бома и дочка папы и мамы Света. У нее также была машина самой последней марки. Она ходила в 8-й класс, а вернее ездила на своей машине. Машина у нее была зеленая. Сама она черноглазая, с длинными волнистыми черными волосами. Она тоже любит посмеяться. А Бома она очень любила и решила за ним смотреть и ухаживать, пока у нее каникулы. На другой странице вы найдете ее. Вот она. Правда, фотография очень маленькая, но и здесь ее хорошо видно. Ну вот мы с вами тоже рассмотрим. Вот она, оказывается, да? Четкости нету, но может, как тут четкость. Сейчас мы попробуем все-таки четкость сделаем. Ну вот такая. А это ее машина. Смотрим машину. Вот она машина. Так, еще раз, может, кому-то нужно ее хорошо рассмотреть. Она тоже стояла в том же гараже, что и папина. А об остальных я расскажу потом. Ну, а на этом все. В следующем видео мы будем читать главу 6 «Из детства Бома». Так что жду всех в гости. Пока-пока!